уважаемые друзья, это Слава из города Нейплс, штат Флорида. Сегодня я на круизе, называется Princess Cruise. Здесь собралось большое количество агентов по недвижке. И нам сегодня будет рассказывать фирма, которая занимается здесь ипотекой, о том, какие у них есть сейчас программы, какие проценты, вообще что происходит в мире ипотеки и недвижимости здесь у нас в юго-западной Флориде. Поэтому, соответственно, если вас интересует ипотека, обращайтесь ко мне. Вот я, соответственно, дам вам очень много информации, что здесь возможно. Но я вам скажу, что на самом деле сейчас, что происходит, понизились, во-первых, ставки интереса, а второе, понизились залоги, которые фирмируют раньше. Для того, чтобы иностранцу было, у которого нет номера социального страхования, нужно было положить 50% для того, чтобы получить ипотеку, то сейчас они снизились до 30%. Поэтому, соответственно, это стало уже намного удобнее. Процентная ставка достаточно низкая тоже для иностранных граждан, которые здесь берут ипотеку. Вот. Ну, посему я вам, короче, показал, как здесь стоит, какой крик. Американцы очень громкие всегда. Вот. И, соответственно, если у вас будут вопросы, задавайте. Я вам буду отвечать на YouTube или пишите мне имейлы. Ну, и я, наверное, выложу какую-то отдельную программку видео с информацией о том, что есть здесь в мире ипотеки. Ну, все. Всего хорошего. До свидания.